Америке, в Вашингтоне. Это прекраснейшее здание, это библиотека Конгресса, Library of Congress. Я здесь уже 3 часа и не хочу отсюда уходить. Мне так все нравится. Мне, в принципе, все нравится в Америке, но здесь я чувствую, что люди, они... Мы все едины, и этот мир создан для нас. Здесь очень-очень красиво, здесь каждая деталь продумана. Здесь я чувствую, что можно открывать новые горизонты, изучать новое, развиваться, и мир улыбается нам. И, конечно же, изумляющая, потрясающая, ошеломляющая красота. Я вам сейчас покажу. Вот такая просто, ну, вдохновляющая, прекрасная, волшебная обстановка здесь. Очень много ангелочков, то, что я люблю, картины, такое убранство. Просто невероятно. Очень приятные люди вокруг. Все с добрыми лицами, приветливые, ласковые. Улыбаются, даже глазами улыбаются, приветствуют друг друга. Я не знаю, у меня такого опыта еще не было. У меня не было такого дома. Ну, я с Украины, я живу в Киеве, в большом городе, но вот как-то посещала я разные наши красивые места, но такого ощущения, как здесь, в Америке, в библиотеке Конгресса, у меня не было нигде. И в Париже в Гранд-Опера я была, но не было такого. Здесь все по-другому. Какое-то ощущение, что вот, ну, для людей с любовью и теплом вот так это сделано. И для того, чтобы мир двигался, чтобы мир развивался, по-хорошему. Все, люблю вас, благодарю. Love and light.